Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по 4 буксам, друзья. Все 4 букса из серии Coins монет. И я решила, раз они все из Coins монет, объединить в одно видео. В этом видео я буду делать очередной вывод. Первый букс Surf Books. На балансе у меня 1080 coins монет. Это 10 рублей 80 копеек. Здесь я ничего не вкладывала, ничего не покупала. Просто работаю на просмотре серфинга. Значит, нажимаю вывод. Выбираю Pirate, мои выводы. Сюда прописываю Pair кошелек. Сумма стоит у меня по умолчанию. Поставлю на паузу. Здесь нужно вводить пин-код. А пин-код он высвечивается. После продолжу. Выплачено. Минимальный вывод со всех буксов 1 рубль. Это 100 коинов равняется 1 рублю. Переходим на Pair. Перезагружаю страничку. И что у меня? 12 ноября. Кликаем. 12 ноября. Перевод выполнен. 10.80. Вывод. Surfbooks.com. Замечательно. Платит инстантом. Идем к следующему буксу. VixiBooks. У меня на балансе 6693 коин монет. Это значит 66 рублей 93 копейки. Так, где у нас вывод? Нажимаю вывод. Здесь я, конечно, делаю апгрейд, у меня прикуплено. Здесь уже легче. Здесь можно выводить в USD от 100 коинов, как я уже сказала, равно 1 рублю. Или же в USD. Если я буду выводить в долларах, это доллар 11. А можно и в долларах. Вывести здесь. Пусть будет. Кошелек по умолчанию. Сумма по умолчанию. Нажимаю вывод. Вот зелененьким загорелось. Выплачено. Переходим на Pair кошелек. Закрываю. Перезагружаю страничку. Доллар 11 центов. 12 ноября. Перевод выполнен. VixiBooks.com. Замечательно. Третий букс. Здесь Argon Clicks. У меня здесь 10 рублей 95 копеек. 1095 монеток. Здесь, конечно, у меня маловато, так как я недавно, буквально вот здесь на днях, за 6000 у меня было на балансе. Я в обменнике перевела на вот этот рекламный баланс и купила себе план за 6000 монет. Вот. Также будем выводить тогда здесь в рублях. Здесь уже как бы... Так, Pair. Сумму. Здесь нужно прописывать. USD. Нет, не сюда, друзья. Видите, здесь можно в USD. Есть Pair в рублях. Вот сюда я. Вот 100 коинов. Равно 1 рублю. А в долларах минимум 120 коинов. Прописываю сумму. 10. Что у меня там? 95. Как и говорила, 10 рублей 95 копеек. Вывод. Выплачено. Переходим на Pair кошелек. Я перезагружаю страничку. 10.95. Кликаю. 12 ноября. Перевод выполнен. 10.95. И комментарий. argonclick.com. Все замечательно. Платят инстантом. И третий букс у меня на балансе 7737 коин монет. Также буду выводить.
Кликаю вывод. Также здесь можно выводить в рублях. Если я буду в рублях выводить 77 рублей 37 копеек, но можно и в USD. 1 доллар 28 центов. Пусть будет в USD, выведем. Вот. Кликаю. Выплачено. Переходим на Pair. Закрываю. Перезагружаю. Доллар 28. Что радует, то что комиссию. Вроде как и нет ее. Сколько поставила, столько и есть. 12 ноября. Перевод выполнен. Доллар 28 центов. И Medeut Books. Все замечательно. Все буксы работают, платят. Как часики. Рекламки здесь более чем достаточно. Можно с основного баланса переводить на вот рекламный баланс. Также здесь, друзья, я рекламлю свои проекты. Так, где у нас? Вот он. Я вот, вот эту я. Нет, это загрузить. А здесь я рекламлю свои проекты. Как бы их можно потом удалить. Также я вот в этом буксе делаю, загружаю рекламку. Мне очень нравится. Нет, пардон, здесь я ничего не делаю. Вот в этом буксе я делаю рекламку. Также у меня здесь очень много-много-много. Постоянно здесь вот по 1000 монеток ставлю и рекламлю свои проектики. Здесь я тоже не рекламлю. Я вот не рекламлю вот здесь и вот в этом. А вот в этих двух очень идет рекламка. Вот хорошо. Ну, в принципе, на этом все. Кому интересно, присоединяемся. Работаем, зарабатываем. Абсолютно без вложений, друзья. На просмотре серфинга. Минималочка набирается очень быстро. И также во всех четырех буксах есть ежедневный бонус. Вот daily бонус. Можно собирать раз в 24 часа бонусы. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.